У меня очень странное отношение вообще к пониманию любовь. Любовь для меня – это некая ответственность, которая перед теми близкими людьми, которые тебя окружают. И это, собственно, чувство – это один из элементов жизни, который нужно нести по жизни каждый раз, сознавая свою ответственность перед семьей, перед твоими близкими людьми. Это то, что формирует семью, а любовь – это такая вещь, которая вечно перетекает, принимает новые формы, и это то, что должно быть с тобой всегда. И любовь для меня – это ответственность. Вот странное сочетание слов. Семья – это ответственность, любовь – это ответственность. И надо это чувство согревать в себе, и надо совершать правильные поступки время от времени. Но они очень странные. То есть у нас в семье есть еще одна такая не традиция, но в быту это достаточно ярко проявляется. Я и не из тех людей, которые часто дарят цветы. Вот. Очень редко. Исключительно. Сейчас это чаще происходит в тот момент, когда мне дочь говорит: «Папа, купи маме цветы». Вот сказала, я сделал. Вот сказала, сделал. Для меня это как-то более естественно и более нормально. Вот я не дарю, допустим, никогда не дарю один раз в жизни различные предметы украшения. Да, там сережки, кольца. Я считаю, что в этом я ничего не понимаю. И что вот я предоставляю личный выбор. Жене готова платить, но выбрать я не готов, потому что я считаю, я в этом ничего не понимаю. Но это такая проблема, маленькая семейная драма, маленькая семейная проблема, потому что мне говорят: вот, а вот посмотри там. Ты знаешь, что моей подружке подарил, собственно, ее муж или молодой человек? Я говорю: ну ты пойми, я из тех, кто предпочитает вместо цветов в дом принести мешок картошки. Вот.